Це супер-мега-шоу «Алло, Русня». Алло. Алло, Русня. Бах-бах-бах-бах-бах. Всім привіт, це шоу «Алло, Русня». І сьогодні у нас легенди українських приколів. Бампер Ісус. Блін, прикинь, хіра себе, блядь. Я в школі. Пацани, спасибо, спасибо, блядь. Я в школі, мені 13. Минало. І я твоє привітання, привет. Ваше привітання з Новим роком, оцей світер обриганий, потім рік в ньому на роботу ходиш. Да. Я це, блядь, наїзусь знаю. Я наїзусь це знаю. Дякую, що прийшли сьогодні до нас. У нас сьогодні шоу «Русня», знаєте, що робимо? Да, конечно. Там приблизительно понятно. Ну, плюс-мінус. Алло, підараси! А коротше, у нас є такі картки, тут написані номери телефонів, вже записані, вже є завдання. Ми так. З вами тусуємося, так. Програвший телефонує перший. А вас матюкається чи ні в шоу? Да. Да? Да. Бля, ти з Руснею будеш балакати, як ти будеш подати? Алло, зателефонувати по оголошенню з продажу автомобілів від імені російського військового та намагатися обміняти машину на речі, викрадені в Україні. Ви позвонили в групу компанії «Фувель». Алло. Извините, но вас не слышно. Перезвоните, пожалуйста. Алло, алло. Слышно меня или нет? Пропадаете. Сейчас слышно? Слышно, слышно. По поводу продажи автомобилей. Toyota Hilux. Как я могу к вам обращаться? Леха и Серега. Мы вдвоем. Хотим машину купить себе. Хорошо. Оставайтесь, да. Пожалуйста, на линии. Ага. Общение с вами продолжит мой коллега с отдела продаж. Спасибо. Да, пожалуйста. Я хуєш, як вони постійно вірять вам. Типа, думаю, такі люди, напевно, блядь. Да, ти так банально. Ти сюжет прикольно. Думав, так. А где продаж автомобиль? Спробили меня, зовут Николай, здравствуйте. Коль, здорово. Смотри, короче... Братик, алло, слышишь, братанчик? Хотим машину себе взять? Да, нас двое. Братик, мы сейчас в Херсонской области. Херсон, Россия, слышал, да? Да. Дружище, смотри, хорошо. Что, ты согласен с там или нет, братик? Конечно. Молодец. Смотри, короче, решили мы машину себе взять. Мы тут на... Колян, ты откуда, братик, скажи это честно? Интересно. Откуда, братик, ты сам? Батан, Республика Хакасия. Ого! Короче, мы там не были и не будем, но неважно. Смотри, решили машину себе брать. Мы, короче, тут разжились баблишком, деньгами, короче. И хотим вот взять машину. Что, вы продадите нам военным? Да. Точилочку. Да продадим, конечно. Да? Вообще без проблем, конечно, продадим. Но... Хорошо, только смотри, а у вас бартера можно, например, там... Айфоны мы тут на пизде... Взяли. Не, это нам подарили люди тут. Сами дарят нам тут. Стиралок много два есть. Два телека просто. Есть. Просто фуру, КамАЗ стиралок можем загнать и вот поменять на точилу. Ничего себе. Так а что не, слышишь? Нет, а тут... У тебя дома стиралка есть в Хакасии? Будет. Так, только у меня. Вот я Леха, да, вот только у меня 17 плазм. Начинается от 24 дюйма. И заканчиваются 40... Не, 75. 76. 6. Короче, айфоны есть хорошие. Правда, ну, не распароленные. Там пароль или подобрать надо, или взломать будет. Тоже нормальные, короче. Даже экраны целые. Просто, братиш, понимаешь, сейчас с рублями напряженка немного. Ну, слушайте, была бы моя машина, я бы вам на КамАЗ-стиралку менял без проблем. Но тут, поймите, да, машина организация. Тут, как бы, ну, рубли нужны. А гривнами можно? Есть гривны. Есть гривны. Что? Только рубли нужны. Ну тут дело в том, что тут рубли не спиздишь, тут только гривны, доллары и евро. Понятно. А в долларах можно, братиш? В долларах можно, у нас, в принципе, кассе можно поменять. Подожди, а сколько машина, получается, обходится? Что-то? Машина сколько стоит? Машина стоит Hilux 2250. А нам скидка будет какая-то? Мы же типа военные, тут жизнью типа рискуем. Это получается 2 ляма, да? Да. 2 ляма и 500 что? 250. 2 ляма, то нормально. А в долларах сколько это в долларах? Вот если поменять на рубли на доллар, сколько это в долларах? Сейчас скажу. Давай, ждем. Это интересно. Че? Алло. Калюнь! Ну, так, Калюнь, еще сколько? Раз, связь плохая, Калюнь, еще раз, сколько?
30 тысяч, да? $30,000. Долларов. Ну, в принципе, мы подтянем. Так а скидки делаете для военных? Торгануть можно чуть? Конечно, сделаем, без проблем. Вообще без проблем, только за... Вот, допустим, если забыть 2 ляма, а только... Да я шучу, братиш. Хорошо, 30 тысяч, да? Ну, конечно, дорого. А сколько скидка будет максимальная? Слушайте, ну, скидки мы уже после осмотра обговариваем с клиентами уже непосредственно. Придете, машинку посмотрите. Так мы не придем, мы не можем, нас же не выпускают здесь, мы же держим здесь. Нам сюда пригнать ее надо. Да, это возможно? Нет, только здесь забирать, если. Ёпта иметь, блядь! Да подожди! Да пиздец! Да подожди! Да куда, блядь? Да возьмем. Слушайте, ну, ребят, надо возвращаться. Так это ж не к нам вопрос. Нас не отпускают. Чтоб ты понимал, командование сидит от нас за 200 километров. Я даже не могу кому-то сказать, куда мне возвращаться. Они съебались первые. Мы тут сидим, нам хоть бы машину, хоть ездить куда. Будет машина, мы хоть на машине съебемся. Нас же на БТРе понятно. Не отпустят, понимаешь? Понятно. Слышь, смотри, если надо... У нас тут просто... Калюнь, есть еще такая тема. Если надо, ну там, типа, калаш, не вопрос. Вот если надо. Калаш, не вопрос. РПГ, пожалуйста. 4 гранаты. Да гранат сколько хочешь, он лежит. Не, серьезно, можем принести. Цинка 4 штуки. Вообще без проблем. Подумайте, хорошо. Может, потому что, слышь, братан, мало ли что, Хакасию тоже надо будет защищать. Угу. А тебе лично не надо? Алло, Коль. Калюнь. Да, слушаю. А смотри, ты, а на хозяина нельзя никак на машины выйти, не? А тут контора, там предыдущий собственник был. Вы имеете в виду сейчас, кто хозяин? Сейчас хозяин мы. Ага. А, то я все. Да. А вы тоже отжали. Калюнь, молодцы. Может, тебе лично надо, Коль? Может, ты лично продаешь что-нибудь? Мы тебе привезем, хочешь там этот, патронов, пулеметов? Да, есть в смазке, да, один нет, еще свеженький. Не а? Пулемет точно не надо. Пока что. Ну, смотри, потому что есть. Потом может не быть. Сейчас знаешь, какая очередь? Гребут все. Ладно, сейчас смотри, Калюнь, еще такой вопрос. А если к вам загнать тачки с Украины. Их можно будет продать? О, это хороший вопрос. Не знаю, надо у шефа спрашивать. Есть это? Если они, знаете как, если они растаможены, и они таможенную российскую прошли, то тогда без проблем можно, почему нет. Так, блядь, Калюнь, ты сам знаешь, на таможне одни пидорасы, Коль. Нет, только предыдущая смена. Да какая таможня? Мы просто завезли их с Херсона. Какая тут? Тут нет таможни. Тут блокпосты только и все. Да кто нас остановит? У нас автомат и пулемет. Кто меня остановит, слышишь? Тут получается через мост, тут так там его немножко подъебенили, но в принципе раз. И сюда на Краснодар можно вывезти, оттуда как-то забрать. Ты можешь даже заказать, какая тебе надо, точила? Мерс можем пригнать, можем Теслу. Ну Теслу мы тащить будем, наверное, чем-то, потому что тут со светом проблемы. У вас же там много, говорите, машин украинских, там всяких разных. А зачем вы в Москве пытаетесь купить, не могу понять. Ну, чтобы переоформить, по-нормальному ездить. Да, потому что мы же не понимаем, типа, как, ну... Типа... Вот ты прикинь, я еду на украинских номерах, что мне скажут? Добрый вечер. Ты понимаешь, о чем я? Надо же, другие номера надо. Ну, понятно. Точно. Ну, либо смотри. Мы вам загоним, вы продадите, а мы на эти деньги купим. Либо же, допустим, махнуть там Теслу на Тойоту. Вы продадите уже, от вас же купят, понимаешь? Вы же организация серьезная. От вас машины будут покупать, вы номера там перевесите и все. А нам нормальные подгоните, чистые и все. Будем рассекать. Да если бы это все так просто было, просто номера перевесить. Нет, тут же надо все регистрировать, документы и так далее. Не, ну понятно, там номер кузова и все эти вещи. Могу шефа узнать, вообще без проблем, что он скажет. Ну, там, свяжитесь, позвоните, как будет время у вас. Да у нас тут времени полно. Да, когда можно связаться? Мы тут сидим вообще в этих окопах уже, блядь. Да. Чек завтра будет, я у него спрошу. Есть еще вариант, Коль, смотри. Коль, еще тут подсказывают друзья, мы тут в окопе сидим, только... Чтоб ты понимал, как тут ноги тхнут так, что просто невозможно находиться. Тут братан подсказывает, а если, говорит, типа, пригоним владельца машины? Мы его в плен возьмем, привезем, чтобы он переоформил все документы. Ёлки-палки.
Так а что, мы в плен возьмем, он скажет, все, типа, я не я, машина не моя, подпишет все бумажки и все. Брат, тут всем похуй, я тебя говорю, бля, и мы просто стираем города к ебеням украинские, бля. Надо все, надо с шефом обговорить это. Алло, шеф завтра будет? Шеф завтра будет, сегодня уже никак с шефом, да? Не, если он завтра будет, он уже ушел, он закончился рабочий день. Ничего себе, рано он шабашит, слышишь? Мы тут хуярим, а он уже отдыхать пошел, слышишь? И ты тоже, Колька, с нами, да? Ну, а ты до которого работаешь, Коль? Я до 9. До 9. Там в 9 уже машины не берут, обычно по утрам. Понятно. Ну, тогда как? А, короче, с тобой можно завтра связаться, да, если что, и типа через шефа узнать. Либо ты узнаешь, а мы с тобой. А нельзя там, допустим, напрямую к шефу позвонить, если взять там номерок его? Может, у тебя Е? Уже завтра с утра, как бы, ну, у него спрошу все это дело, чтобы у меня было понимание. Как бы, ну, что он скажет, я вам передам обязательно. Так, Коля, а что ты... Лёх, мы понимаем по тебе, что ты тип, ебать, ровный. Так а что тебе шеф? На пора свой бизнес уже заниматься. Что ты будешь каждый раз у шефа спрашивать? Москва, город возможностей. Что ты это... Мы пригоняем машины, ты продаешь. Все, бизнес пошел, понял? Это делим пополам. По 30%. Нас же двое. У тебя к тому же никого знакомого нема? Слушайте, ну, в принципе, есть ребята, кто занимается машинами. Ну, вот, номер телефона так, есть у вас? Номер телефона? Ну да, куда позвонить-то можно будет? Я продиктую. Плюс 38. Угу. 067. 001 39 86. Это Киевстар. Да, это украинский, да? Да, ну, это конечно. Да. Он в айфоне стоял, мы с него звоним всем. Тут бабла, короче, звони куда хочешь. Миколка, якщо чесно, то підери ви, блядь, наживаєтесь на українському майні. Гандони ви йобані, блядь. Війна, розпіздовуєте нахуй Україну, ну нічого, блядь. І Хакасії пізда буде, і всьому вашому, блядь, буде пізда. Слава Україні, гнидник йобаний. Бачка, да, цікаво, блядь. Здесь, ти понял, шефом намутим. Гандони, блядь. Фу. Оля щас думає, да. Розвели, як молодого. Зателефонувати в охоронну фірму та замовити тілоохоронців. Мені прийшла повістка, треба хлопці, які будуть мене охороняти від поліції та воєнкомату. Охуєть. Окей, цікаво. Давай, цікаво, цікаво. Оставайтесь на лінії для соєднання з дежурною частю. Привіт, безпеки, Динамо Сагіров. Добрий день. Як ви сказали? Агентство безпеки Динамо. Динамо, здравствуйте. Скажіть, будь ласка, я можу заказати ваші услуги? Закончился, нет никого. А завтра? Завтра можете позвонить после 9. А можно мне сегодня заказать на завтра? С утра? Меня просто уже ждут по парадным. Нет, сейчас уже нет никого у нас. Я по-братски прошу. А? По-братски прошу. Чего? По-братски прошу. Нет никого у нас, офис закрыт. Тебя как зовут, брат? Как зовут? Рамзес. Рамзес. Я Ахмед. Очень прошу, там под парадным стоят, ждут. Очень надо помощь. 3-4 человека. Какая помощь? Физическая. А? Физическая. Ну прийти, разобраться, надо ну прикрыть спину мою по-братски. Я плачу 3x. Да вы не туда попали по такому вопросу. Это ж Динамо, охранная фирма. Вас порекомендовали. Серьезные люди очень. Это Рамзес? Алло. Ты. Сопровождение. Нет никого. Да, да, мне нужно сопровождение. Завтра только можно позвонить. Сегодня нет уже никого. Ну мне очень надо, пожалуйста. Мне нужно выйти сейчас. А я не могу. Я дежурная часть. Я ведь в офисе. А ей, ну есть, может, я не знаю, братья, родные, близкие, кто-то. Кто может подъехать? Никто не может подъехать. А ты можешь подъехать? Никто не может. Я тоже не могу подъехать. Я тебя прошу. Ну нет, я же говорю, извините, звоните завтра. Ну, 1000 рублей я плачу. Маловато. Просто, блядь, если понимать, сколько это 1000, понимаешь? Это мало. Ну, на, не знаю, 5, там, 10, она говорит, да? Расправьте, такие Рамзесы в трубку, что реально страшно. Охрана, бей, сова дежурный, здравствуйте. Еще раз.
Охранное объединение «Сова», дежурный, здравствуйте. Ага, «Сова». Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно заказать ваши услуги? Что сделать? Заказать услуги ваши. Ну, мне нужна физическая сила, помощь. В смысле физическая сила? Ну, охрана. Вы откуда звоните? Я из Екатеринбурга. Я не клиент вашей фирмы еще пока что, но мне очень необходимы... Мы не оказываем такие услуги физические. А как стать им? Может быть, как-то можно заплатить? Пожалуйста, не бросайте меня. Договорной отдел в течение дня. А вот сейчас мы можем все с вами подписать, договориться? Я да, сразу, сразу на карту заплачу, и вы подъедете. Нет, у нас не такая служба. У нас охрана, вы что? Так и мне нужна охрана. Так охрана по договору. Так и мы на месте подпишем. Вы можете подъехать, мы сейчас все сразу на месте. Да нет, конечно, вы о чем? Полицию обращайтесь. Я такси вызову. Такие услуги не оказываю. Я не могу обращаться в полицию, потому что это как раз таки... Алло. Это музыка? Мы не оказываем такие услуги, нет. Там гитарист у вас? Алло. Мы, говорю, не оказываем такие услуги. А если неофициально, понимаете? Просто ситуация такая, сейчас да, повестки в городе всем раздают. И вот ко мне только что постучал военком, скорее всего. Мне просто нужно пару крупных парней, которые смогут прикрыть меня хотя бы. Мы не занимаемся такой услугой. Мужчина, я вам объясняю, мы таким не занимаемся. А вы сами служили? На объектах, либо конечно, служу. Так может вы как раз можете приехать, пообщаться с ними? Это тоже военные, вы же друг друга понимаете. Я просто даже не знаю, что вам сказать. Вы начали звонить. Я понимаю. Может быть, у вас какие-то друзья есть? Нет, нету. У вас нет друзей? Нету. Я буду вашим другом. Только мне очень нужна помощь ваша. Нет, мы не оказываем такие услуги. В полицию только. Все через полицию. У вас есть дети? Конечно, есть. Ну вот, вы хотите, чтобы они служили? Мне 17. Какая армия? А кто вас 17 лет заберет? Вы что боитесь? Да нет, раздают всем. Он соседу моему 15, ему отдали. Ну вы... Что-то из мира фантастики. Да я вам серьезно говорю, сейчас у нас по дому вообще рейд идет. Сейчас всех достают из квартир и на мобилизацию. Я не шучу. Какую мобилизацию? Как всероссийскую. Нет никакой мобилизации. Частичная всероссийская мобилизация. Нет такой. Да я вам серьезно говорю, ну и что, у меня военком стоит сейчас под дверью. У вас есть какие-то... Нету такой, вы что-то перепутали. 17 лет никого в армии не забирают, тем более призыв уже закончен. Это где вы такое слышали? Где я услышал? Конечно. Так а может я просто трубочку военкому дам, и вы ему это объясните? Потому что он не понимает, он да, говорит, да, что да. Есть призыв. Вы обращаетесь вообще не в ту организацию. Это какая организация? Сова? Это Сова, ну, это так охранное объединение. Охранное объединение Сова, я туда обращаюсь. Какая связь, какая связь? Охранное объединение, Сова и полиция и военкомат. Связь вы в каком месте увидели? Где они пересекаются? Ну у вас же есть крупные ребята. И что? Они просто прикроют меня. Вы это, военком старый дед. Что он сделает? Я вас спрашиваю, вы связь-то где вы видели? Причем здесь военкомат и охранное отделение? Смотрите, сейчас 3-4 человека заходят в парадное просто. Заходят ко мне в квартиру. Все. И потом мы впятером выходим. И что? И все. Он только мне повестку, я сразу все и скажу вот фас. И все, я не пускаю с ним разговаривать. 17 лет повестки не раздают. Да раздают, я вам говорю. Да нет, я вам говорю. Поклянитесь. Клянусь. Никто не выдает 17 лет повестки никаких. Фу, я переживал. Не, ну вы меня успокоили сейчас, реально. Нет. То есть сейчас я могу спокойно открывать ему дверь, он мне... А что ему говорить, если он сейчас скажет, раздают, выдают? Да никто вам никакую повестку не даст. Покажите паспорт. Нахуй его слать? Паспорт покажете, паспорт. Я просто слышал, что сейчас у нас на фронте ситуация очень сложная, что сейчас не хватает у нас ни людей, ни техники, все погибают, ну, молодые ребята нужны. Да, нет. У нас половина мобилизованных по Свердловской области еще здесь находится. Где? У вас? В Свердловской области находится. В охранной фирме? В Сове? В яванских лагерях. Причем здесь Сова? Причем здесь вообще охранная фирма? А как? А вам повестка приходила? Какая повестка? В армию? Я по возрасту не подхожу. И может, таки подъедете? А когда вы освобождаетесь с работы? Нет. Может быть, вы освободитесь с работы, как раз таки, может, подъедете. Мы пиво выпьем, я вас угощу. А там уже нет, и, спасибо. Может, и военком будет, с ним поговорите заодно. Нет.
я не общаюсь с военкомами. Давайте, не волнуйтесь. До свидания. Покажете паспорт и все. Какой? Украинский? И чем здесь украинский? Ну, у меня украинский паспорт. Какая разница, какой паспорт, если вам 17 лет? Это вообще не важно, да? Ну, просто я думал, у меня в плен возьмут меня. Кто? Ну, как эти, руснявые черти. Что? Черти руснявые. Военком. И тёлки его. Все, давайте, до свидания. Слава Украине. Какие нахуй тёлки его? Какие тёлки его? Что, ну что, голову не знаю? Я не знаю, ему там загорение нема чого робити. Зателефонувати в прачечну та попросити випрати багато військової форми. Треба відмити стару та як нову відправити її на фронт. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, это химчистка? Да. Какое максимальное количество одежды можно за раз вам принести? Одежды какой? Это военная форма. Смотря в какие сроки вы хотите все это сделать. Ну, неделя, у нас там около 40 комплектов одежды. 15 нужно будет постирать, чтобы там ребят в чистом похоронить, отправить, потом я сразу дам адрес на морг, переадресуете просто после стирки. А часть, которая останется, то ее нужно будет нашим ребятам отдать, но постирать в горячей воде, чтобы чуть-чуть село, на лето уже готовим, чтобы бриджики были, какие-то футболочки, чтобы она чуть стянулась. А в каком виде одежда? С пятнами? Тканевая. С пятнами? Да, есть пятна, есть рваные места, чумазычи, загрязняющие фрагменты. Это нужно повыводить, пятна выводить. Удалять пятна? Нет. Пятна удалять? Нет. Только зашить? Нет. Пятна? Нет, мы не зашиваем, у нас химчистка, у нас ателье нет. Если можно доплатить, чтобы в комплексе все сделали, если там несложно какой-то женщине одной передать, чтобы подшила все. Ну это надо смотреть. Есть разные женщины. Я могу вам на Viber отправить фотографии, посмотреть. Ну, красные пятна просто. Кетчуп, горчица. То есть все, что было там в окопах, что ели, то испачкалось. Где-то, конечно, кровь есть тоже. Так, смотрите, это вам будет стоить 370 рублей килограмм. За неделю мы успеем это сделать. То есть нужно какие-то части, которые пооставались от ребят в одежде, подоставать, чтобы оно по весу меньше вышло, правильно? Не поняла еще раз. Какие-то части от ребят, которые остались в одежде, я имею в виду, подоставать, чтобы по весу оно вышло меньше и дешевле будет, правильно? А какие вы там части подостаете? Ну, кто-то оставлял цепочки, кто-то оставлял там, я знаю, обувь я видел, тоже была. Это... А, ну нет, вы это все палец. Забираете, потому что машина это не принимает. Угу. Машина не будет работать, если попадет какая-то железка, ключ. А можно это там, в стиралке, знаю, стиралке постирать, чтобы не в машине это было? Ну, вообще, это все в машине будет чиститься. Я хочу в стиралке. Это та же машинка, только не бытовая. Хорошо, хорошо. И адрес морга я вам тоже могу на WhatsApp, да, переслать, чтобы часть одежды, 15 комплектов, сразу туда и переправите. Там у нас есть часть ребят, которые... Мы переправили, у нас нет доставки. А как же мне правильно поступить? Просто я дистанционно вам отправлю. И дистанционно хотел, чтобы вы дальше сами отправили. У нас не будет возможности, у нас уже новая партия приходит. Ребят, нужно часть одежды уже относительно чистой новеньким передать рядовым. Как вы будете оплачивать? Карта, PayPass, Play to Earn. Возможно, есть варианты оплаты криптовалютными средствами. Но если есть такая возможность. Если нет, можно попробовать. Отправлять? Можно попробовать курьером отправить. Там какого-то я одного парня могу отправить на... Нахуй. Так, ну мне надо по факту вам сказать будет, сколько вы будете доплачивать за пошив, ну, за ремонт одежды. Я могу здесь взвесить, вам сказать, сколько это получается по весу. Ну, опять же, 40 комплектов, 15 морговое направление, оно отстирывается, чтобы в чистой одежде ребят хранили. Остальные, получается, 25. Как мне понять, какую одежду отправлять, а какую нет? Та, которая вся в кровище, ну, с частями, возможно, каких-то... Она в основном в экскрементах, потому что ребята уже, то есть, спражнялись после... Там... Ну, в общем, вы поймете, поверьте, вы поймете, какие 15 комплектов нужно в морг отправлять. Они отдельно, может, я их отдельно запакую, но могу и не запаковывать, вы и так... Подождите, да, вы здесь говорите, там, значит, экскремент есть, правильно? Да. Калий, я так понимаю. Да. Это все смыто, и это все там так и есть. Только кровь убираем, экскременты можно оставить, там некоторые ребята
Просто, я так понял, просто в окопе там неудобно им было, и может, им так хотелось. Вообще. Они просто ходили под себя, зачем это? Пускай, может, как часть, нет, знаете, оно и останется. Нет, послушайте, мы такую одежду не возьмем, потому что мы обслуживаем население, да. И обеззараживающих средств у нас нет. А вам нужна специальная обработка. У вас нет такой? Вам нужно найти химчистку со специальной обработкой. Да это фекалии, их можно, может, вывести как-то все-таки. Это же обычно. Это как у ребенка, который там обкакался, просто взрослый человек. А вы понимаете, вытрусить. Я стираю постельное белье детское, да. В этой машине. Да. И сейчас я буду стирать солдатскую одежду. А вы стираете, но отдельно? Немножко есть разница. Вы отдельно стираете? Я вам говорю, что я буду ползунки детские стирать с вашими военными вещами. Так не нужно. Просто в этой машине, я вам объясняю, вам нужно найти химчистку или клининговую компанию, которая занимается еще и обработкой. Хорошо, мы эти какушки-барабушки себе постухиваем, сами поотбиваем. Я вам уже тогда без фекалий могу это прислать, здесь ребята сами поубирают. Пускай, тогда только стирка пускай будет. Нет, я не возьму такую работу, извините. Пожалуйста, тогда я чистую только часть могу прислать. Только чистую возьму. А что, зачем ее стирать тогда? Вот, без всяких вот таких вот. Зачем тогда ее стирать, если я вам только чистую пришлю? Можно на лифте подъехать, потому что я могу некоторые вещи не принять, понимаете? А почему вы можете не принять их? По субъективному ощущению или есть я какие-то критерии? Я вам объяснила, что если вещь... Мы, например, не берем вещи после обработки клопов. И, ну, там никаких клопов, там все стерильно. Вещи, это же окопы. Окопы, палатки, у нас все комфортабельно. Ребята живут в хороших условиях. То есть мыши, клопы только есть. Все, что вы сказали, этого нет. В общем, мне надо вещи видеть, и я не могу все принимать подряд. Хорошо, я на WhatsApp вам поскидываю. Носки вы стираете? Хорошо. Ну, возьмемся носки, да. Есть некоторые в фекалиях. Это, или тоже это не стираете? Нет, мы это не стираем. Я же вам объяснила. Мы все обслуживаем население, которое приносит мне свою постель. Так это ребята, они там за нас, ну как, ну они что, не люди? А куда мне отправлять? Да, я понимаю, все прекрасно, я вам просто объясняю, что есть химчистки, которые обслуживают, делают такие услуги, ну и вам нужно просто поискать. Ну а если мужчин, хорошо. Вам нужна обязательно этих вещей, ладно. Мы этим не занимаемся. Эти, которые в говне, я понял, я уже найду куда-то их, куда их отправить. Парней помыть можно? Алло. Я бросила. Она почула, она почула. Для бампера, да? Просто для тебя, брат. Я знал, что она скинет, я просто хочу, чтобы ты кайфанул. Алло. Зателефонувати в лікарню, лікарю, сказати, що ти зараз на фронті, запитати, яке поранення собі найкраще нанести, щоб тебе комісували, але щоб не було дуже боляче. Алло, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Это больница? Это ИСТ-клиник. ИСТ-клиник? Вы, главное, не волнуйтесь. Смотрите, так, такая история. Мы с другом сейчас... Алло, да. Слышите нас? Угу. Мы с другом уехали, получается, на войну. Ну, в смысле, на учение. Вот. И нам тут не нравится, если честно. И мы хотим себе что-то, как бы... Здесь кадыровцы трахают русских парней. И мы хотим себе что-то повредить, чтобы нас домой отправили обратно. Мы сами с Благовещенска, мы там привыкли, а тут нас сейчас сюда закинули. Мы думали, здесь будет весело, а здесь ни хрена не весело. Вы обратно не по адресу. Нет, так вы нам Русик, нам Русик дал номер, нам Русик дал ваш номер и сказал, что вы ему порешали. Что вот в вашей клинике он номер дал, сказал, в вашей клинике порешали. Просто посоветовали, что сломать или повредить себе, чтобы быстро лечилось потом. И нас отправят обратно домой, и все, и как бы вопрос закрыт. Мы же готовы заплатить. Мы же тут не бесплатно это самое воюем. У нас, знаете, денег сколько уже за 4 месяца? Можете что-то посоветовать нам или врача какого-то дать? Ладой Калиновой можем заплатить. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Посодействуйте в данном вопросе. Не бросайте нас, я вас, нас все бросили. Комбат бросил, те бросили. Мы бросаем, прошу прощения, от нас это никак не зависит. Так правильно, ну мы-то... Нет, просто... понятно, что вы нас сюда не отправляли, но вы же можете нас спасти. Просто скажите, что нам себе сломать или как-то... Может, что-то посыпать, вылить на себя, чтобы пятнами пойти, чтобы, ну, только так, чтобы не сгореть. Может, что-то засунуть себе куда-то в какую-то дырку, чтобы порвалось там что-нибудь.
Может сесть на щебень, нет что-нибудь. Пожевать может какую-то землю, что-то спроглотить. Как простудить легкие можно? Ну что-нибудь, помогите, просим вас. Вот у нас друг, он это, в мокрой рубашке на танке проехался зимой. У него двустороннее воспаление легкое, но он умер, мы так не хотим. Нам бы так, чтобы выжить. И вернуться. Не знаете, может врач какой-то посоветует. Просто мы не, и так не можем никому дозвониться. Вот тут Русик говорит, я так порешал, он уже вернулся к себе, все хорошо у него. Докторов, потому что наши доктора занимаются лечением, восстановлением. Так мы же приедем потом к вам и лечиться. Мы же приедем к вам и лечиться. Вы дайте совет, как нам у себя ущерб себе нанести, и мы приедем к вам лечиться. Наши, я прошу прощения, мы не можем вам никаким образом физически нанести никаких увечий. Да нет, вы скажите, мы сами себе нанесем. Я ему, он мне. Мы... Вы просто скажите так, чтобы это было правдоподобно, чтобы нас не судили. Потому что нам потом на зону. И какая разница, где нас будут сношать, на зоне или здесь на фронте. Мы просто хотим себе так повредить, чтобы это выглядело правдоподобно. Чтоб к нам комбат потом не пристал и не сказал, что мы дезертиры и все такое. И под суд. Понимаете, в чем дело? Меня Витя зовут, это Федя рядом. Мы тут уже, надоело нам тут уже. Просто может какой-то... Я понимаю вашу ситуацию. Мы... Я вижу ваше положение, но, к сожалению, помочь в этом вопросе мы вам не сможем. Мы вообще... А что можно сделать? Может кому-то позвонить, кто решает? Мы же не бесплатно, мы готовы заплатить. Да. Просто мы вообще не имеем отношения... Бабки есть, бабки есть. Я вообще электрик. Ну, когда был до войны. А тут мне вообще делать нечего. Я думал, тут может проложить кому-то свет в окоп. А тут ничего такого не надо. Федя тоже... А, ну, может быть, вы все же поговорите как-то со своим руководством, решите данный вопрос. Но, к сожалению, через нас это невозможно. Да они в тылу 100 километров. Они даже не понимают, что здесь происходит. Они в тылу 100 километров. Нас просто бросили. У нас уже ничего нету. Ни снарядов, ничего. У нас даже... У нас порошку осталось. Порошку осталось из быка, мы просто друг друга пострелять и все в окопе. Если что, потому что укропы прут так, что мы просто не можем. Да ладно укропы, я же говорю, кадыровцы трахают русских парней. Вот же что самое страшное. Помогите нам хоть как-то, потому что... Может у вас есть какой-то врач или знакомый какой-то, ну, кто может знает, как-то, ну, он, ну, выпить знает. Какой-то валерьянки, чтобы инфаркт прихватил какой-то, ну, маленький. Ну, что, просто дайте чей-то номер, может быть. Алло, алло. К сожалению, никаких номер действовать. Я думаю, вы люди должны понимать это. Ну, а если я упаду там откуда-то с дерева? Смотри, если танк мне приедет, ну, то есть не ногу, а ступню только. Ее можно потом как-то восстановить, ну, ступню? Все. Скинула, бля, ну, це дуже сильно. Це було мощно. Дуже сильно, клас. Конечно, дякую, что вы пришли, красавцы. Дякую, что вам дякую, пацаны. Пацаны, запросите ще. Дякую. Дуже приємно. Але поки ми знаємо, на секундочку. На секундочку. Там тільки ноги зараз були в кадрі. Дуже дякую вам за перегляд. Прикольно, блін, дуже неочікувано. Це був експеримент. В перший раз у нас два гостя, але вийшло дуже круто. Але такі гармонічні і сильні, так. З вас лайк, з вас комент, з вас підписка на канал Bumper Ресурс, а вже 100%, так? Правильно я кажу? Да. Ми чисто тільки за. Посилання буде в описі. Ну що, побачимося наступного вівторка. Да. Всім пока. Дякую. Дякую.